среду курс китайского юаня продолжил снижение. Это произошло после того, как днем ранее Народный банк Китая провел самую значительную девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Юань ослаб по отношению к доллару уже на 3,5%. В результате курсы других азиатских валют тоже начали снижаться. Некоторые достигли рекордно низких показателей за несколько лет. Аналитики рынка объясняют действия Пекина попыткой восстановить слабеющий сектор экспорта. Тем временем Центральный банк КНР заявляет, что это была одноразовая мера. Некоторые экономисты говорят, что беспокоиться не о чем. Значимость этого сильно преувеличили. Курсы основных валют меняются даже больше каждый день. Проблема в том, что мы привыкли к стабильному юаню. Его курс раньше поддерживали искусственно. Тем временем китайские розничные инвесторы переживают. Девальвация юаня – это хорошо для экспорта, но для нас цены за границей становятся выше. Это такой механизм. Так хорошо это или плохо? Это и хорошо, и плохо одновременно. При этом последние данные показывают, что экономика КНР продолжает замедлять рост. Снижение курса юаня пока на этот процесс не влияет.